Так, ну продолжение нашего видео. Тут оказывается вот еще есть подъем на горку. Сейчас посмотрим, что там на горке. Не знаю, правда, как они отсюда выезжают. А, там вот ворота, вижу. Я не дошел сюда. Так, умирающий Volkswagen. Mitsubishi старенький. Галант, по-моему. Мазда. Ух, все травой заросло. А, все, я понял. Это красные бирки. Это мне объяснили. Это машины, которые продаются на запчасти. Без аукциона. Вот видите, такие разбитые. Побитые. Задранные. БМВ. О, блин, смотрите, что. Ой, блин. Воздушный бой. Класс. Два таких легкомоторных. Полетели. Так, ну что тут? Гофлики, Жигули, москвичонки, Nissan, Audi. Ну да, тут походу такое уже старье. Ничего интересного. Так, ну собственно, наверное, обошел я всю стоянку. Ничего меня особо тут не зацепило. Скажем так, цены на уровне рыночных, а покупаешь кота в мешке. То есть ее, в принципе, даже и проверить-то особо не дают. Ну, не знаю, может быть, договоришься, чтобы тебе завели мотор. Ну, но не больше. Вау, что-то они разлетались тут. Вон еще вертик летит. Наверное, рядом где-то аэродром. Ну, вот тоже какие тут стоят красавцы. Мазда старая.